Настя, как всегда, улыбается, нормально, мне весело. Майни вновь с вами. Всем привет, и сегодня у нас реакция на долгожданный вами Underworld. Те, кто смотрит этот ролик, надеюсь, просмотров будет в этот раз побольше, потому что то, сколько вы смотрите, лайкаете, это мало, ребят. Потому что, почему так долго не выходит Underworld? Я же не вижу вашей заинтересованности. Да, я вижу комментарии под другими роликами. Лучше вы пишите комментарии под этим роликом, ставьте лайки. Там, не знаю, кидайте друзьями, показывайте, что вы заинтересованы в том, чтобы я смотрел дальше Underworld. Иначе я буду смотреть его сам. Ладно, давайте смотреть. 26 минут. Это еще одна причина, почему я не так часто его смотрю. Сложно 26 минут смотреть иногда. Жарко, жарко. А давайте пропустим. Как бы мы уже видели несколько раз Underworld-овскую заставку. Чем мы тут потеряем? Ничего не потеряем. Ладно, черный экран. Такого мы еще не видели. Я думаю, если я буду твоим другом, я бы мог бы исправить все, что произошло в тот день. Ага. Это кто кому? А, это типа они попали в мир Underworld. Уже перешли сюда. Точнее, Underworld, господи. Underfell. Санс, вставай. Тетюшный я чуть-чуть. Еще 5 минут еще. Спать? А? По расписанию. Так, погоди, откуда здесь нет? Где мы вообще? Я надеюсь, это не... Успокойся, приятель. Это не твой Снежград. Добро пожаловать в Underfell. Жестокий мир. И зачем ты прячешься там? Меня не должны видеть в других альтернативных вселенных. Ну, знаешь, ради всеобщей безопасности. Знаешь, если бы ты делал это раньше, то Кросс не натворил столько проблем. И я бы не оказался здесь, вдали от дома, с поврежденной душой. Ну да, кстати. Прости. Ничего, ничего. Прости. Так, нет. Кросс находится прямо здесь? Надеюсь. Этот мир живет во временной линии пацифиста, за исключением многих сложностей. Но я уверен, что Найтмер привел его именно сюда. Окей, погнали. Мне интересно, что тут происходит. Йоу, куда ты намылился, Санс? Папирус? Нафига ты на себя нацепил это барахло? Сейчас не время для этого. Снежный откатился уже, придурок. Да они издеваются. Но в чем проблема? Все здесь еще те придурки. Как миленько. Воу, что это было? Люк-система просто какой-то словил. Нет. Кросс, что ты задумал сделать на этот раз? Что он делает? Тупо чертит пентаграммы. А что он делает? Ты встал на моем пути. Убирайся отсюда. Кто там будет, интересно? Тоже Санс? А, да. Андерфеллский Санс. Что вы тут делаете? Вот я понимаю, Санс опасно, тупо жужжу Санс. Ты мудачо, красивый ножик. Как ты меня назвал? А, забей, что тебе тут нужно? Ты устроил тот еще беспорядок в Снежграде. Эй, вы трусы, че вы там прячетесь, как идиоты? Вы только посмотрите на себя, вы все обоссались. Этот парень точно живет в таймлайне пацифиста? Да! Вот это, конечно, он сделал зря. Сразу к делу. Твой человек очень сильно старается, чтобы подружиться со всеми вами, верно? Но никто просто не сможет бороться против того, кого не заботит судьба временных линий.
того, кто придет из ниоткуда, разрушит и причинит всем страдания. Кто-то вроде меня. Че тупо Санса? Это будет отец, три Санса будут воевать между собой. Начать временную линию пацифиста, если я стану частью этой вселенной. Мне нужны ресурсы, чтобы восстановить мой мир, и поэтому я выбрал это место. Так что можешь и дальше смотреть. Ресурсы, там камень, древесина. Деревьев тут много, кстати. Мой недалекий человек опять работать. Будет пытаться сделать всех счастливыми в разрушенном мире, несмотря на то, сколько сбросов ему придется сделать. Или прими факт, что этот мир теперь мой. И никто из твоих бесполезных друзей не попытается остановить меня, так что лучше уйди с моего пути. Не, делай что хочешь. Это времена линии пацифиста, и мы, монстры и человек, останемся друзьями и продолжим делиться друг с другом любовью и любовью. Любовью особенной. Я постараюсь быть дружелюбным и изменить твои решения, приятель. Здесь так много счастья и всего такого, что ты хочешь, я могу поделиться. Мы отлично проведем с тобой время. Ох ты, он разозлен, Дарфел Санса. Интересно, насколько он силен? Как жаль, что мы не можем убить его. Я знаю. Бум тебе. А что, больно, да? Больно, неприятно? Санс? Чуть больненько. Слушай, приятель, босс занят, помогая человеку. Если он вернется и увидит весь этот беспорядок, у меня будут проблемы. Так что, пожалуйста, уйди отсюда. Ха-ха. Ты просишь меня о пощаде? Видимо, ты не такой грубый, как мне по... Кросс, берегись! Опа-па. А что ж такое? А, ну что, у них же душа напополам, блин. Это вообще ты печально. Ты тупой. Здесь все еще убей или будешь убит. Может, человек этого и не сознает. Тебя всегда может убить кто угодно. Ты похож на меня, и я не хочу даже знать, откуда ты пришел. Но, чувак, ты жалок. Ты сделал ошибку, придя сюда и побеспокоив меня. Ну да, конечно, пришел самый жестокий мир, молодца. Прощай. Что? Вообще-то ты навредил кое-кому другому. Мы поступили правильно, и твой мир работает именно по таким законам. И все будет в порядке, если я убью тебя. Окей. Убеги ножи. Жесть. Ножичи, конечно. Ну, понимаю, у них еще сила чары дополнительно, конечно. В этом плане, конечно, он очень силен. То есть, по идее, обычному Сансу его не победить. Такие, как ты, просто не заслуживают жить в счастливом мире. Да что ты, черт возьми, такое? Я событие X. Окей. О, обычный Санс. Ты захватил его душу. Кросс, это уже чересчур. Привет, мой старый друг. Я знал, что ты придешь за мной. Тебе нравится, что я сделал? Конечно же, да. Ты всегда поддерживаешь создателей новых вселенных. Я тоже собираюсь создать свою собственную. Ну чего же ты, Инг? Почему ты не рад возрождению моего мира? Потому что разрушаешь другие миры. Все, что я пытался защитить. Расслабься, Инг. Я все сделаю. Окей. О, я понял. Ты собираешься использовать своего Санса в качестве пешки? Что ж, я думаю, это будет честный бой. Мне кажется, это будет
Он убил Интерфелл Санса? И, он, кстати, он захватил. Этот медальон в виде сердца не твой. Окей. Почему ты отказался мне помочь? Ты что, ненавидишь мой мир? Что-то жесткое происходит. Вообще что-то жесткое. Окей, обычный Санс против Интерфелл Санса будет, как я понимаю, ключевой сейчас. Ключевой код этого мира теперь мой. И я могу использовать его лучше, чем этот тупой народ. Санс, я буду помогать тебе так долго, как смогу. Пожалуйста, не навреди этой версии себя. Он заражен, но мы сможем найти способ вернуть его в нормальное состояние. Окей. Чувствую, будет сложно. Оу. Санса, как всегда, улыбается. Ну, нормально, мне весело. Как весело и прикольно. Прикольное перемещение. Сейчас у кого сильнее будет сила. Жесть. А, это Найтмэр. Что за... Какая она забавная. Амарус, приходи в лабораторию немедленно. Ты должен это увидеть. Жесть. Ах, козел. В крысу. Ну, я понимаю, Санс, обычный Санс все равно кросса, более сейчас. Уборотливый. Ты сказал, что этот медальон в виде сердца не принадлежит мне. Ну и половина этой души также не принадлежит тебе. Ты не причинишь мне вреда. Ты просто хочешь вернуть свою душу, так ведь? Эй, почему бы тебе не сделать перерыв? Сон более веселое занятие, чем разрушение вселенных, дружище. Спать очень весело. Я никогда не пытался быть ленивым. Спать прикольно. Обычно у меня хватает энергии для разговора. Так что я всего лишь спрошу у тебя кое-что. А ну-ка. Кто он? И я не спрашиваю про человека внутри твоего тела. В общем, после того, как мы встретились, я увидел кое-кого интересного. Этот Гастер выглядел довольно хорошим. Но там был еще кое-кто. И я должен сказать, он не выглядел слишком-то дружелюбным. Это какой-то злой Гастер. У него есть что-то общее с тобой, а? Ты можешь веселиться с моей душой, но если такому, как он, взбредет в голову та же идея, чувак... Ты хоть представляешь, что бы случилось? Что? Как? Не может быть. Кросс, слушай меня. Ты, идиот, слушай меня, мешок дерьма. Он просто о, как решил миленько. Тебе лапшу. О, как миленько. Мы просто сейчас невероятно. Уходить. Мы получили ключевой код этого места. Черт. Ну ладно, ты сам напросился на это, Кросс. Он идет пришло уже. Пришло время использовать мою специальную специальная атаку. Специальная атака? Кросс, мы должны уходить домой. Сейчас. Давай сделай это, Санс. Тапком? Твой тапок? Твоя специальная атака. Твой тапок?
Неплохая атака. Извини, приятель, у меня не было больше идей. Пол души, пол ступни, я едва ли могу дать ему мягкого пинка. Неплохо, он неплох. Что произошло? Невозможно. Ты! Мы это сделали, приятель. Я не знаю как, но... Ты заплатишь за все это. Тебе надо это успокоить. Нет, стой, не делай ему больно. Защитит? А, сбежали. Все, окей, я понял. Что? Может, это Дрефел Санс? Да вы только гляньте на эту катастрофу, черт! Вокруг так все пустое. Очень жаль, но, эй, хотя бы никто не умер. Ты извиняешься? Ты извиняешься? Снежград уничтожен. Ты спровоцировал это, так ведь? Отлично. Теперь придется объяснить все моему бра... Да, еще одним тапком. Я сейчас растопчу тебя своей специальной атакой, если ты не заткнешь свой рот. Ты думаешь, что опасная это какая-то шутка? Атака. Потому что ты выглядишь так же, как и я, только намного тупее. Как это миленько. Ты хочешь услышать шутку получше? Эй, ребят, успокойтесь. Какое милое общение. Твоя временная линия будет в безопасности, но тебе и всем остальным нужно эвакуироваться в другую часть этого подземелья. Я и оригинальный Санс. Что? Чё за? Чё за фигня? Теперь я здесь застрял. Ну а пока я могу отдохнуть. Увидимся, мой нервный я. Нервный я. Нервный я. Как-то миленько. Алло, брат. Папирус, то есть, босс? Чё как? Снежград в порядке, как и всегда. Ничего странного не случилось. Обернись. Он сзади него стоит. А. Какая хитрая мышка. Я видел всё, что ты сделал. Мишка-оператор. И я недоволен. Босс, я могу все объяснить. Я очень хорошо провожу время с человеком, так что я дам тебе шанс. Человек такой, тебе 10 минут происходит. На то, чтобы спрятаться до конца твоей жизни. Отличный шанс. Потому что когда я найду тебя, Evil я Fall? Использую твой череп для сервировки своих спагетти. Алиса, в этой серии спагетти у нее вкусненькие. Эй, другой я, подожди меня. Что? Что это значит? Ну ладно, я дам ему 20 минут. Дам ему 20 минут. Благородство. Флавит такой миленький, в тапочке. О, эррор. Опять он. Это он, получается, схватил его. Господи, я не сразу понял, кто его схватил. Тоже все? Что ли? А, не, еще целых 10 минут. Ну, как-то слишком быстро время прошло. Ну, довольно интересная серия вот эта. О, Waterfall. Водопадье. Ну, все-таки ты решил пойти со мной, а? Кто это? Когда он отвлечется, ты сможешь атаковать его и попытаться вернуть свою душу. Потом ты сможешь освободить остальные души, захваченные событием X. Мне жаль, что они втянули тебя в это. Это их вина, не твоя. Кто это? Эй! Наконец-то я нашел тебя!
У меня нет другого выбора, кроме как остаться с вами ненормальными. Ненормальными. Что ж, надеюсь, для тебя не станет проблемой, что мы тут застряли до того, как Инк вернется. Красиво. Это их вина, не твоя. Это их вина. Это их вина. Это их вина. Это их вина. А, это же те цветы, которые запоминают слова. Тук-тук. О, кто там? Ни за что. Тук-тук. Кто там? Уху. Бу-ху. Эй, чувак, не плачь. Это просто шутка про тук-тук. Тук-тук, тук-тук. Уху. Кто там? Тук-тук. Можешь с ума сойти. Реально с ума сойти можно. Может, ты отпустишь мне эрор? Как я погляжу, наша последняя встреча не повлияла на тебя так, как я ожидал. И ты ничего не извлек из этого, не так ли? Я реально впечатлен, Инк. Ты подверг жизнь оригинального Санса опасности, чтобы остановить эту глупую аномалию. Ты боишься, что не сможешь сделать это самостоятельно? Или же ты просто хочешь играть в эти жуткие игры, которым научился у того парня? Это новая одежда? Ты как бродяга. Ты только глянь, удобно. Ты вообще слушаешь меня? Как миленько. Давай прекратим этот тупой момент. Перейдем сразу к делу. Я должен был уничтожить эту штуку давным-давно, но не сделал это по одной причине. Мы заключили перемирие, Инк. Больше никакого создания, никакого разрушения. Мы заключили его? А я и не помню. Прикольно. Все хорошо, пока ты не нашел новую АУ и не начал снова мне надоедать. Хорошие времена. Отлично. Ты все время начал твердить о своем новом друге и его тупых интересных играх. И после того, как этот отвратительный мир был разрушен, ты просто решил защищать эту аномалию по имени Кросс. Я знаю, теперь мы можем быть приятелями по шарфам. У него вообще своя волна. Ты что-то задумал, не так ли? Вот почему я решил вмешаться. Я не думаю, что ты с теми аномалиями просто хочешь остановить Кросса. Ты делаешь это для чего-то другого, кроме как для героического акта. Если ты задумаешь сделать больше аномалий, ты пожалеешь, потому что нарушишь наше перемирие. Я клянусь тебе. Я легко могу сделать всех моими марионетками, стереть все навсегда. Но я хочу посмотреть на ту игру, в которую ты начал играть. Йола-лёла, гетто-дола. Когда я узнаю секрет этого события X, я буду готов повеселиться, как в старые времена. WhatsApp, Инк. Конечно, Эра, разумеется. Теперь я могу идти. Убирайся с моих глаз, пока тебя не стошнит на меня или еще что-нибудь. Какое милое общение. Эрор довольно адекватным кажется. Готово. Теперь ты как будто нарисованный. Что ж, теперь ты можешь прятаться от своего брата до конца своих дней. Вообще-то я не... Нервный я хочет пойти с нами. Он боится остаться один и хочет надрать зад Кроссу за то, что он унизил его. Эй! А зачем им расческа? Правда? Вау, круто! Мы будем как команда. Я думаю, что сейчас я реально счастлив. Чуваку просто было одиноко. Сейчас и вырубит. Да что?
что-то как миленько. Почему не радуга? Ты привыкнешь к этому. Вот если бы радуга. Линк, а куда мы пойдем? Кросс должен был вернуться в свой мир вместе со Снежградом из этого места. Что? Что ты имеешь в виду? Я видел, как он все уничтожил. Не совсем так. На самом деле, он забрал код Снежграда и перевел его в собственный пустой мир. Я все понял. Он забирает фрагменты из каждой АУ, чтобы перестроить свой мир, потому что... Подожди, о чем мы только что говорили? Что с упомянутым? Если Кросс там, то мы должны застать его врасплох, прежде чем он уйдет в другую альтернативную вселенную. Это невозможно. Это полностью пустой и огромный мир. Так что поиск Нижграда и Кросса может занять довольно долгое время. И мы не можем просто так рисковать. У тебя только половина души. Эй, мы так весь день будем стоять или что? Я не знаю, в какую АУ Кросс мог отправиться. Я знаю. Вот Дрим. Дрим, это ты? Если я не могу пойти с тобой, то я буду искать Кросса и моего брата, чтобы получить преимущество. Дрим, спасибо тебе. Прошу, расскажи мне все, что ты знаешь. Окей. Интересно, они потом еще одного Санса на команду? Короче, будет с командой из тысячи Сансов. Они такие, вау-вау-вау, будут шутить про кости. Прикольно будет. Будет весело, наверное. Все? Или еще будет какая-то тема? Нет, никакой темы больше нет. Почему нет почти темы? Ну, это довольно интересно. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите и подписывайтесь на канал, который называется Physics AI. И AE. Я точно не знаю, как правильно его прочитать. AI. Наверное, AI правильно. И он занимается переводом. Я уже смотрел первые две серии от него, поэтому дальше посмотреть тоже от него. Опять же, если хотите, чтобы я смотрел, нужно больше лайков, больше комментариев, больше активности. Давайте хотя бы 40 тысяч просмотров за 2 недели, за 3 недели. Давайте соберем, и я выпущу следующую часть. Как только 40 тысяч просмотров соберется, я начну записывать следующую часть. И выложу в ближайшее время. Вот, мне было бы очень приятно, и это было бы очень круто. Также не забывайте, что у меня есть магазин с играми. Там можно купить аккаунт, выиграть игру. И также за каждую покупку я вам расписываюсь на страничке ВКонтакте. Главное, напишите мне номер заказа в личные сообщения. И еще знаете, что нужно? Ничего нужно делать. Это, стенку открыть. Во, я вспомнил. Все, будьте молодцами, всем удачи, всем пока. Пау.